Сейчас мы сладостей поедим. Маршмеллоу поем. И вишневые тоже люблю. Череки огромные, вообще бомба. Ух ты, какие-то еще куча желеек. Все люблю и все хочу. Это просроченные. И это просроченные. И это уже нельзя есть. Как нет, что делать? Оно все несъедобное, пора выбросить. А я так хотел конфет. А теперь это все на мусорку. Есть! Никого нет! Ха-ха! Я обожаю шоколад! Уже 20 дней, как они просроченные. А я так хотел сладости! Ладно, пойду выброшу. Вот это уже что-то. На-на-на-на. Возьму-ка я вот это. Здравствуйте, а у вас есть, Мне, пожалуйста, конфетки Полароид, много разных цветов. Конфетки? Полароид? А что это за конфетки такие? Не знаю, главное, что конфетки. У меня все просроченное. Ты не поверишь, у меня тут тоже тонна конфет. И все просроченные уже. Иду выбрасывать. Нет, давай не выбрасывать. Идем лучше посмотрим, что там за конфетки. Итак, я жду заказ. Побыстрее, пожалуйста. Маленько. Кстати, какие-то конфетки заказал. Угу. Надо у нее выбросить. Точно. О, привет. Че ты там заказала? Слышал, конфетки есть, да? А вы тут при чем? Можно? Мы любим конфеты. Вообще-то, мальчик, я себе заказывала. Ну, 3 пачки. О, так может поделимся, а? Да. Ну, хорошо. Есть! О, идем. Приехала. Я первый. Спасибо. Есть. Классные конфетки. Значит, делаем так. Ух ты! Как? Как? Значит, делаем так. Каждый из нас берет ручку и делает себе конфетку. Вот, у нас есть стержни. Они сладкие и съедобные. Надо ставить в ручку и потом делать какую-то конфету. Они не просроченные? Макс, как они могут быть просроченные, если они только что приехали? Ну, Макс, что ты как скажешь? Они до 23-го года. О, тогда нормально. Мальчики, меньше текста и начинаем распаковку. Ага. Класс! У меня тоже такая. Вау! Посмотрите, какие яркие и красивые стержни! У меня только розовые. Нет, у тебя еще есть тут. А, вот целая пачка. Ага. Сейчас у нас тоже будет. Ага. Завал конфет. А можно вот так пробовать? О! Я не буду, потому что я не знаю, что, я буду делать. С какого цвета будем начинать? Я кока-кольного. Попробую. Сейчас попробуем. Если кока-кольное, значит, Катя, лучший выбор. То, что мы хотели, пап, правда? Ага. Заряжаем. Яблочная? Да. Слушай, давай, чтобы мы не испортили стол, давай сейчас на него расстелим вот такую специальную бумагу. Я пока что заряжаю свое. А, молодец. А где мой пистолет? Не знаю. А, вот. Нет, мой. Итак, открываем, вставляем. Подожди, не надо вот это достать как-то. Не надо было это запихать туда. Стой, вы уже вставили, почему? Что ты наделал? Мальчики, давай уже начинать. Я вставляю штуку. Оно опять застряло. Я знаю, что я сделаю. Сердечко со всеми цветами розового. И потом я сделаю звездочку, и потом дерево. Белая часть очень горячая. Значит, осторожно. Хочу конфету. Она не идет. Ага, сейчас оно греется, красное. Когда нагреется, будет гореть синим. И тогда можно будет рисовать. У меня синим светится. Значит, ты можешь уже рисовать. Я сделаю большую. Сердечко с звездочками и большим деревом. Давай. Вау. А у меня? Конфетные рисунки. Так что, червячок? Нет, сердечко скоро будет. Оно что, огромное будет? Короче, я буду жарить, как варшаву. Круто! Что-то, мне кажется, ты сильно большое взяла. Давай.
Я знаю, пластиковая ручка, так она могла еще и вертикально делать всякие штучки. Может, но я не хочу сейчас еще. Конфетное сердечко. Я еще его закрашу. Вау. А ну как медленно. Почему у нас не синий? Потому что вы только что выключили. Чего? Стой, мне не работает. У тебя закончился, наверное, картридж. Надо новое добавлять. Ничего так, вкусненько. Я попробую поднять. Аллилуйя. Оно. Скоро склею я его. Там. Так, надо починить, но она все еще красная. А у меня загорелась. Ой, загорелась синими. У меня капельки, смотри. А у меня... Это мои конфетки. Я последний. А вы знаете, как продают это из стекла всякие игрушки, а мы можем делать из конфет. Какая маленькая. Ну-ка, ну. Что-то меня медленно. Ну что я делаю? О, надо дождаться. Надо просто дождаться. Вот, я сделаю себе конфетку. Угу, класс. Есть. У меня первая моя конфетка готова. Она еще течет, смотри. Оп, оно течет. Оно течет, как его выключить? Пап, просто опять нажми. Фух, ты меня спасла. Не, оно будет ломать. Так что не буду делать сердечки. Буду делать мини-конфетки. Я буду делать маленькие кружочки и потом... Ой! Да, вертикальное не делается. Я хотел сделать вертикальное, но не очень. А я делаю смайлик. Мне уже закончилось? Мне реально закончилось. А я делаю сладкую вату, смотрите. Ага, вот, видно? Я не знаю, видно или нет. Вот у меня сладкие точки и сладкая вата. Так. Разобрались с ручками и теперь делаем рисунки. Да. А я хочу показать, что у меня получилось. У меня такая капельковая сладкая вата. Сейчас. Камон, я вставил нормально. Мне теперь не торчит и все еще. Это. Посмотрите сюда. Очень липнет зубом. Посмотрите меня, то на руке. Вата. Это мое. Ай. Так, поигрались. А теперь пора делать какие-то нормальные рисунки. Эй, я, не ломай. Я сделаю радугу. Пожалуйста. Макс, подожди. Окей. Я сделаю радугу и вокруг сделаю маленькие точки конфетные. Окей, я уже съем. Я не успею сделать смайлик. Продаю радуги, мини-радуги. Не, я радугу не люблю. А давай-ка мы сейчас распечатаем рисунки и их закрасим. Давай. У меня кока-кола, значит, я себе сделаю кока-кольную бутылку. А я сделаю маленькую радугу с конфетами. А я что? Что зеленое? Яблоко. Зомби. Майнкрафтовый. Этот, как он в Майнкрафте? Зомби. Крипи. Точно, делать крипи. У меня давай. Давай, и у кого лучше получится? Ну что, мальчики, готовы? Картинки у всех есть? Да. Я буду делать свою кока-колу. Я буду делать радугу. Я буду делать крипер. Кстати, у Кати самое сложное. Okay. Это же надо столько цветов. Стой, давайте вот так сделать, чтобы конфета не прилипла к бумаге. Лайк, молодец. Я очень смарт. И скромная. Окей, я буду начинать. Окей, поехали. Кока-коля. Ой, у меня кока-кола капает. Бульк. Стой, я хочу черное тоже. Это что это такое? Так, а что мне выключается что-то? Есть, пошла конфета. О, я готов рисовать. Давай. А у меня круто, у меня очень круто получается. Целая бутылка кока-колы. У меня тоже очень классно получается. Смотри, Катя. Дай я зайду. Иголки целые. Есть. А у меня все четенько, гайс. Конечно, крипер у тебя крутой. А ну, а что он у тебя не жужжит? Забыл надо. Ва, смотри, как круто, а? Па, еще сделай лого. Лого? Ну, я не знаю, или я такой прям художник. Хотя бы вот так вот. Опс, у меня закончилось. Опять ждать. О, Макс, тебе там долго зеленым рисовать. Это не моя вина, что мне там дали такой большой. Сам выбрал крипера. Макс, ты знаешь что? Ты можешь вот это использовать. Папа, это была твоя идея. Как будто бы его заставили. Что, это мои волосы или конфета? А ты попробуй на вкус. Это волосы. Да, волосы. Кстати, Катя сильно жирным розовым сделала, видишь? Не хватит на... Не хватит. Есть, я сделал весь аутлайн. Так перестаньте двигать. У Кати быстрее работает. Только вставила... О, у меня тоже есть.
Ой, все еще розовый выходит немного. Мы, знаете, что? Как школьники за партой сидим, рисуем. Домашнее задание делаем. Угу. О, мне надо я новый. Еще розовое выдавливаю немного осталось. У меня возвращается красная штучка. Ба, надо вставлять новое. А я все жду. И не дождешься. Почему? Потому что ты нетерпеливый. Жужжит. О, есть синее. Тук-тук. Ты синее вставил? Нет, синее свет. О, у меня пошло. Что, не выключилось? Так, это не закрасил. Я специально делаю полосками. Есть, оранжевое выходит. А у меня готово пол бутылки уже. Ой, чуть-чуть сбился в конце. Смотри, как настоящая. Она же тоже такая, полосочками. Ты хочешь мне украсть? Она еще мягкая. Я думал, тебе для рисунка надо. Что, без меня конфеты топчем? Ага, у самого конфета во рту. Ага. И без него топчут. Вот жулик. Мне кажется, я сейчас первый закончу. Я точно последний. У меня опять закончилась конфета. Оно так пахнет. Я уже хочу ее съесть. Прям не могу дождаться, когда оно все тут сделает. У меня реально слюнки текут. Синее у тебя, да? Да, только что началось. Ой! Как синее, если оно оранжевое? О, не, оно уже светило синим и только что появилось! Какие у вас проблемы? У меня все нормально. Какие? Такие! Не выходит оранжевое. Стой, оно поднимается уже? Вот же что, вот только сейчас пойдет оранжевый. Где оранжевая конфета моя? Опять новую вставлять? Слушай. Жужжит, но не двигает. Вот это резинка! Очень классная! Оно давит, стоп! Оно опять давит туда, внутрь. Смотри, оно едет туда. Макс, сколько у тебя конфет в этом? Половина. Только хруп-хруп. Половина конфеты! Мы тут рисуем, а не едим конфеты. Мне уже конфету выставь. Чем вы занимаетесь, я не знаю. Я уже почти заканчиваю. Не-а, не заканчиваю совсем, нет. Катя! Макс! Катя! А, у меня закончилось. У меня колючка будет. Банка с колючкой, бутылка. Наконец-то работает. Обожаю вот это я. Мы как в улье. Слышите этот звук? Да. Как будто мы в улье. Я уже целую пачку кока-кольных закончил. Реально? Да. Ты можешь у меня немного стырить? Нет. А я придумал. Я возьму сейчас другой цвет. У меня будет двухцветная бутылка. Кока-кольная и вот такая какая-то вишневая. У меня будет кола черри. Точно, это моя, одна из моих любимых. Не знаю, как у кого, но у меня будет самый классный рисунок. Макс, это не рисунок, это конфет. Еще посмотрим, у кого классный получится. Катя, это конфетный рисунок. У меня так быстро закончилось. Че, уезжает назад? Ну что ты толстый, смотри, какие колбасы делаешь. Ну да, давай. У меня ничего не работает. Макс, только про... Оно все липнет и все. О, да. У меня льется. О, есть! Я очень хочу облизать, но я знаю, что это очень горячий. Что ты делаешь? Я жду, пока розовый появится, и вот сделаю вот такую вот основу. Не розовый, а вишневый. Стой, ба, давай ты вот эти пустые линии заполнишь розовым вот этим. Я на бутылке так хочу сделать. Правильно. Так, мне надо розовый уже. Где вишневый, а? Мне все ломается. Короче, можно я уже буду есть? Есть. Оно не получается. А есть получается. Я тоже капельку у меня есть, вот возьму. У меня нету. Кстати, у меня мышка, смотри. Мини-мышка. Мини-маус. Ты только что съел мини-маус. А я все. Ты что, не будешь даже заканчивать? У меня ничего не получается, ты же видишь. Терпение, мой друг, терпение. Если терпение, мне это займет целый год. То... Катя, у тебя красиво получается. Спасибо. У Кати реально самая лучшая ручка. А у меня самый лучший рисунок. Кидай. Ну, да. Я опять начал делать контур. Молодец. Хороший мальчик. У меня шмель. Получается. Молодец. У
Як черри-кола будет настоящая. Стой, папа, ты не пишешь кока-кола. Ну я не смогу написать, я же, у меня почерк плохой. Красота. Yes, сделал! Yeah. Перестаньте двигать бумагу! Ты такой капризный иногда, ты так, знаешь? Ой, когда желтый будет уже. Продолжаем делать черри-колу. Или колу-черри. О, красота. Красиво тебе получилось. Спасибо. У меня будет целая бутылка вишнево-кока-кольного вкуса. А у меня будет радуга со вкусом юникорна. Макс, не унывай. Получится у тебя вкусный крипер. Кока-кольная. Просто у меня ручка не работает. Кстати, а какого вкуса крипер? Он со вкусом ганпаудер. Яблочный. Нет, ганпаудер. Порох, если что. А, окей, да, порох. Хватит топтать. А ты минуту назад целую конфету съел. Про это мы не говорим. Это секрет? Вау. Макс, мне кажется, тебе недостаточно будет зеленого. Ага, ага. Смотри, здесь синее. Только что... Опять! Только одну минуту сделали! А я хочу вот это пососать. Так что пососи. Нет! Да. Фрука! Сначала мы делаем конфеты, а потом их едим. Так что поставь на место. Работает наконец-то! Можно, если делать... Если то вот такие маленькие капельки. Вот такое можно кушать. Наконец-то желтый. У меня опять оторвалось. Что же с этими кусками делать, которые оторвались? Съесть. Ну ты справишься с этим заданием? Это же так тяжело. Мы на тебя рассчитываем. Мне капает. А у меня наполняется уже вся бутылка кока-колой. Кстати, в твоей радуге нету зеленого. Есть, скоро будет. Нет, там нету. Есть, скоро будет. Там только красный, оранжевый, точнее, фиолетовый, оранжевый, желтый, голубой, синий. Макс, нету красного, так что я использовала розовый. И вообще, делай крипера своего, не заглядывай ко мне. А то ты будешь меня копировать, делаешь разноцветного этого крипера. Выключилась. Пап, мне шутка. Давай. Why did the chicken cross the road? Чего? Почему курица перешла дорогу? To get to the other side. А, чтобы добраться на другую сторону. Английский юмор, он такой. Это знаете, как вышел джентльмен из дома и забыл зонтик. Ха-ха-ха. Он же в Англии живет, а тут каждый день дождь. Сейчас умру. Так, моя кока-кола полная бутылка. Пробуем его поднять. Па, ты так громко про этого джентльмена говорил, что ж Стива-то могут слышать. То есть может слышать. Стив тоже джентльмен, он поймет. Он не использует зонтики. One hour later. А я закончу. Я попробую сейчас свою бутылку поставить вертикально. Па, ты забыл вот это чудесное. Да, поднять я смогу ее? Она поломается? Как думаешь? Аккуратно, я не хочу, чтобы ломалось. И... Нет, осторожно, Сэм. Крышку я только что добавил мягкое вот там еще. Па, это льется кока-кола. Да, это кока-кола выливается, точно, из бутылки. Вот так вот. А, кстати, круто получилось, смотрите. Я сейчас попробую сделать, чтобы она стояла. Получится у меня сделать, чтобы она стояла или нет? Делаем ставки, господа. Джентльмены. И господа. Уже томатово. Это кока-кола. Это желтенький. Да-да-да. Ой, горячо. Вкусно, но горячо. Это лимонный. Макс, как там у тебя дела? Хорошо. Я уже пробую ставить вертикально свою бутылку. Хорошо. Все, ждем. А кола реально крутая вышла. Да. Я бумагу достал, потому что она мне уже не нужна. Круто, может быть. Это Максимина фраза. Круто может быть. А у меня уже зелененький. А у меня уже давно зелененький. Ты начал зеленым, Макс. О, синий. У тебя очень плохая логика. Не как у меня, бульбашки. А?
почти закончила. С зеленым и уже закончила. Ла-ла-ла, закончила, ла-ла. Кать, можешь перестать пить? Я не пою. Я гудю. Папа, у меня есть идейка для тебя. Давай. Сделай мини-трубочку. А вот я себе возьму мини-конфетку. Может, у меня вот это? Нет. Кать, у тебя же уже... Я на, ну, почему? А, точно, не надо, ничего жить. И мой последний цвет кока-кольный. Это будет типа мой фиолетовый цвет. И облака будут тоже кока-кольные. Так что, кока-кольный дождь пойдет? Или кока-кольные монетки. Потому что, вы знаете, если вы найдете край радуги, там будут, как их, вот эти маленькие... Типа эльфы и стоят... Вау. Лепраконы. Да, лепраконы стоят возле Pot of Gold. Вау. Я уже 1000 мини-конфет сделала. А зачем ты не заполняешь? Можно? Семен Семенович. Это он просто поесть захотел. 1000 мини-конфет. Катя! Я у тебя всю радугу съем. Вкусный Нью-Йорк. А я уже буду глазки и рот рисовать. Кока-кольные. Еще немного тут заполню. Красиво получилось. Так. Мне вас еще долго ждать. Моя уже бутылочка устала. Она хочет, чтобы ее выпили или ты съели. Лишишь. Тебе просто мало работы. Один цвет. Два цвета. Да, значит, картинка меньше, чем у меня. Нет, я просто все быстрее делаю и качественней. Я конфет хочу больше, чем вы, наверное. Есть, готово. Стой, хотя нет, я буду аккуратно. Совсем немножечко осталось. Для тебя это будет полчаса. Говорит самая медленная улитка. Ты самый медленный. А, ты уже закончила? Конечно, уже давно. Я уже устал ждать. Сам ты медленная улитка. Рисуешь там улитки. No! Наконец-то! Есть! Я закончил! Наконец-то! Есть! Мы можем показывать, что у нас получилось? У Кати круто получилось! Есть! Она еще немного липкая, но красивая. Крутая! Она обалденная! Смотрите, самое модное кольцо в мире. А у меня стоящее даже, смотрите. Моя кока-кола даже. Ее не надо держать, она сама стоит. Осторожно. Оно колючее. Колючее, да. И можно мою кока-колу наконец-то попить. Ну что, барабанная дробь, я достаю свою конфету. Наконец-то. Yeah. Вау, даже круто получилось. Есть! Yeah! Вау! Это обалденно! Вот моя кока-колка. Вот она. Что красивее? Моя кока-колка, конечно же. Да, я вторая. То есть я первая, ты второй, Макс третий. Зрители, от вас ждем решения. Как вы считаете, у кого получилось красивее, вкуснее и обалденнее? Ну, конечно же, кока-кола постоянно как настоящая. Очень модные очки. Вау, точно. А моя кока-кола даже может стоять. Раз и все. А мое может летать. А мое можно есть. Зрители, напишите в комментариях, кого вы думаете лучше. Мне кажется, у меня. У меня. У меня. А я знаю, Максим просто очень хотел его попробовать. А теперь, конечно же, уже почему придется... Почему я хотел попробовать? Не, не хотел. А я хочу свою кока-колу поесть. Можно я выпью немножко кусочек кока-колы своей? Вишневой. Ну что ж, приятного мне аппетита. Хрустящая кока-кола. Вишневая. Обалденная. А у меня очень модные очки. Короче, конфетная. Ничего не вкусно. Конфетные 3D, вот эти конфеты очень вкусные и красивые. И можно самому сделать все, что хочешь. Червячок! Если понравились наши кока-колы, криперы, Макс, и что там радуги. Макс, ты сказал только что, что не хочешь пробовать. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, что много сладкого есть нельзя. Нет. Поэтому попробовали, а вот это все я у вас нет, забираю. Нет, ты сейчас все съешь. Это вам на Новый год. Все. Короче, ставьте лайки и голосуйте за меня. За меня! За меня! За меня! Реально было красиво, посмотрите. Все, всем пока-пока! Пока!